Здравствуйте! На телеканале «Мир Бурятия» прогноз погоды. В студии Галина Леонова. Генеральный партнер выпуска – Центр хорошего слуха «Радуга звуков». Улица Кирова, 31. Телефон 37 90 98. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Миниатюрные, комфортные, индивидуальный подход. Телефон в Улан-Удэ, 37 90 98. По данным Бурятского гидрометеоцентра, 24 января по республике местами небольшой снег, поземка. Ветер переменный 3,8, в отдельных районах 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью 35-40 мороза, местами до минус 43. Днем 22-27 ниже нуля, местами до минус 31. По центральным районам ночью 31-37 мороза, при снеге до минус 27. В горах юго-запада до минус 43. Днем 22-27 ниже нуля. По Прибайкалью ночью столбик термометра опустится до 24-29 мороза. Днем 21-26 ниже нуля. В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 29-31 мороза, к утру повышение до минус 27. Днем 23-25 ниже нуля. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти. И о погоде на два ближайших дня. 25 января в Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 31-33 мороза, днем минус 24-26. 26 января без существенных осадков. Ветер переменный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 29-31 ниже нуля, днем минус 23-25. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды!